Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Сегодня я нахожусь в городе Богородицкий, Фикс Прайс. Мы с вами сегодня будем смотреть, что новенького на полочках Фикс Прайса. Что привезли, что приготовили к Новому году, что для повседневной жизни. Сейчас все я вам, дорогие мои подписчики, все покажу. Так что, путь, смотрим. Внимательнее присаживаемся и рассматриваем. Итак, город Богородиц, улица Урицкого, 25, Фикс Прайс. Вот здесь мы в подарочном отделе привезли вот такие наборчики красивые. Смотрите, дорогие мои друзья, 199 рублей для девочек. Вот такие снежинки, беленькие, красавицы. Ободок беленький, здесь вот звездочки. Смотрите, какие красивые. Разные. Смотрите. Коровка, божья коровка. Таких вот красивых. 199 рублей. Это красота для девочек. Да, вот такие черные ночи. Вот такие очечки. 99 рублей. 199 рублей. Красота. Не нужно ни шить, ничего. Все уже готово, дорогие мои друзья. Вот такой пиратский карнавальный наборчик. 199 рублей для мальчиков. Красивенький. Так, мы вешаем. Так. Ой, наклеечки для, с подсветкой новогодней. Вот такие наклеечки, они с подсветкой. Новогодние. Вот такая красота. Смотрите, какая красивая. Сейчас я вот так покажу вам. Видите, во все дни. Вот она. Вот такие красивые. Декоративные наклеечки. Смотрите. Очень много привезли. Вот такие размеры. Вот они. Я сейчас вам поближе все покажу, какие размеры этих наклеечек. Такие бабочки красавицы. Смотрите, какие красивые. Так, вот такие белочки 50 рублей. Это 55. Вот это. Я спрашивала. Так, вот такие звездочки. Светящие на елку. Ой, смотрите, какие красивые звезды. Снежное кружево. Это фирма летняя. Смотрите, какие украшения новогодние. Ангел. Смотрите, красивые какие. Звездочки. Очень много с того раза, что я показывала. Очень много товара. Новогоднего приехала на полочке Фикс Прайса. Да. Сейчас я покажу также домики, которые светятся. Батарейки в комплект. Не знаю, входит или нет. Сейчас мы посмотрим с вами, мои дорогие друзья. Домики вот такие светящие. Батарейка в комплект входит, мои дорогие. Да. Вот такие красавицы. Здесь очень много товара. Я это уже показывала, но вот эти наклеечки, мне кажется, я не показывала. Декоративные красавицы. Смотрите, какие. Да. Так, что здесь у нас? А вот такой тоже светильничек. Вот он. Смотрите. Гирлянда 1,5 метра новогодняя. Вот так светится она. Так, а цены на них нету. Значит, где-то 99-77. Думаю, так, вот такие там, видите, циферки. Обыкновенный чёрт. Вот, смотрите, какие красивые. Какие звездочки. Вот эти снежинки красивые. Смотрите, какие оригинальные. В пределах, наверное, 77 рублей, 99, не больше. Я думаю, может, даже 55.
красивый цветочек. Такой, вот такие расцветки. Смотрите, оригинальные расцветки. Красивые. Очень много подарочные. Вот такие, короче, упаковочки. Смотрите. Специальные уже продаются пакетики подарочные с оленями. Олень примчит, привезет с Дедушкой Морозом. Так, здесь смотрите, сколько бумаги, мои дорогие. Смотрите, разные расцветки бумаги, очень много. Коробочек много для подарков. Очень разных много коробочек. Смотрите, сколько коробочек. Цены на коробочки, вот они все. Ветка декоративная новогодняя, 99 рублей, как я и говорила. Вот она. Так. Ветка декоративный блеск. 30 рублей. 50 рублей. Вот этот блеск 50 рублей. Так. Смотрите. Очень много. Также есть вот этот разукрашивать карандашики. Смотрите, вот такой карандашик, вот он, такой карандашик и вот такой. Вот они. Фонарик с аппликациями цвета. Так, смотрите, сколько там у нас Дедов Морозов. Это я уже показываю все. Но я еще раз хочу показать вам все. Смотрите, какие. Ой, сонный, вот этот, смотрите. Это тоже светится. Батарейки в комплект. На так, 99 рублей. Так, что тут у нас входит в комплект батареек. Сейчас посмотрим. А батарейка в комплекте входит. Входит вот в эти. Да. Смотрите, какие красивые. Тяжелая такая, красавица. Посмотрите. Тяжелая. Красивая. Переливается. Как в детстве такие были. Да. Ну, у меня что-то я показывала уже. Тоже. Вот. Так. Очень много новогодних тарелочки. Смотрите, новогодние. 77 рублей. Такие тарелочки. Производитель вот это. Фирмы «Снежное кружево». Так, да. Дорогие мои друзья, эти тарелочки 77 рублей. Вот такие красавицы. Да. 20 сантиметров. Вот такие тарелочки. Так, вот мишуры. Очень много я показывала. Уже показывала. Смотрите, дорогие мои друзья. Выбор очень большой. Большой выбор. Новогодние. Такие свечки. Подставочки под свечи. 50 рублей. Я спрашиваю. Девчонок, 50 рублей. Тут даже... А, вот, ну есть, да, подсвечник. Вот он. Тут написано все. Какая красота. Вам нравится. Смотрите, розовый фламинго. Тарелочка для украшения декора. И такие вот, смотрите. Вешать украшения золотые можно сюда. Кто-то для другого может придумать. Можно и сюда вешать также. На эти вот тоже повесить. Смотрите, какие декоративные кошечки, красавицы, дельфинчики, кошечки красивые. Семьдесят семь рублей цена. Также слоники. Смотрите, какие горшки пластмассовые привезли, большие. Не знаю цены, сразу говорю. Сейчас надо спросить девчонок, сколько это стоит. В кассе народа очень много, а здесь в зале никого не вижу. Так что цены сказать не могу, ребята. Извините, пожалуйста. Да.
Вот такие расчесочки привезли для кошечек. Так, а цена расчесочки 50 рублей. Расчесывать ваших домашних животных, кошечек. Так, вот. Также питание для маленьких котят. Спасибо всем за внимание, за то, что вы просматриваете мой канал. Спасибо огромное. Я с вами, Марина. До новых встреч. Спасибо.